Они первыми приедут на помощь, первыми войдут в огонь. Они всегда помогут попавшим в беду. Сотрудники 6-й спасательно-пожарной части Серпухова ежедневно на страже безопасности жителей. Так они приняли на себя огонь во время пожара в доме на Московском шоссе. О героях, которые живут среди нас, далее в сюжете. Артем Елагин и Евгений Егоров – сотрудники 6-й пожарно-спасательной части Серпухова. Они без страха заходят туда, откуда все бегут. Для них спасение людей – это работа, при которой важно сохранять самообладание. Люди паникуют. В первую очередь ты должен показать свою уверенность людям, то, что ты уверен, и показать, чтобы люди тебе доверяли. Потому что сотрудники МЧС тоже, в свою очередь, как психологи, и могут найти нужные слова человеку. Не волновался, да, потому что это уже все отработано, и это, да, как рабочий момент был. Нужно было выбрать правильное направление, оно было выбрано для спасения людей в первую очередь. 4 августа. Утро для жителей микрорайона 45-й базы началось трагедией. В одной из квартир двухэтажного дома 48-Б по Московскому шоссе вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на крышу и распространился практически на всю площадь дома. Артем и Евгений в числе первых прибывших спасательных бригад принимают решение сначала все силы и средства направить на спасение людей. О страхе думать некогда. Огнеборцы смело шагают в горящий дом и осуществляют тушение изнутри. Притом скромно говорят: это наша работа. По пути следования уже было видно, что горит достаточно серьезно. По прибытию были, да, люди в окне второго этажа, которых необходимо было в первую очередь спасти. Ну, поставили трехколенную лестницу, провели эвакуацию детей и взрослых, и потом непосредственно приступили к тушению пожара. Каждый пожар, тем более, когда спасенные дети, все-таки все равно это осмысливаешь все. Все равно это в голове все прокручиваешь, как можно было там еще сделать, лучше, хуже. Ну, как бы об этом думаешь все равно. Евгения Егорова можно назвать ветераном пожарной охраны Серпухова. На службе он уже почти 30 лет. Стоит у истока формирования современной российской пожарной охраны. Говорит честно, не было ни одного дня, чтобы пожалел о том, что пришел в эту профессию. А Артем Елагин решил пойти по стопам отца, который также трудился в Серпухове. Да и друзья ему пророчили судьбу спасателя. На службе уже 6 лет. Сначала работал в Юпитере и в пожарную службу пришел с определенной базой знаний. 2 года уже как командир отделения. Они ежедневно борются со стихией, усмиряют огонь и спасают жизни. Благодаря грамотным действиям и правильной оценке обстановки во время происшествия на Московском шоссе, сотрудники 6-й пожарно-спасательной части Серпухова будут представлены к награде.